Да, они считают. Вот они стадом, и отары идут за ним. А то, как они живут, главное, что они воюют с нами, якобы нас побеждают, а как они живут. И действительно, для них очень важен арамас. Ты очень правильно сказал, потому что действительно это их сущность. Я сама каждый день этому удивляюсь, Я с тоже какой удивляюсь, завистью. слабых и С какой нету. завистью они мне пишут на мои танцы. Ребята, там, где я танцую, у них начинается истерика. Они мои видео про танцы и про армянскую одежду, и даже про любую одежду, они эти видео даже больше ненавидят, чем мои исторические видео. Потому что они хотят, чтобы нам было плохо. А если я танцую, Это же это признак гниет, того, пускай что мы гниет. живем, мы радуемся, у нас жизнь продолжается, а они хотят, чтобы у нас жизнь остановилась. Вот Это это и говорю. непостижимо, но это вся нация. Вы просто не видите очень много. Спасибо, Донтхан. Вы просто не видите, сколько комментарий от них уходит в спам, и я там просто Вы их удаляю. обратите, да, я смотрю. Это мышление. Вот смотрите, вот возьмем пример тоже времен Омар Хайяма, да? Дождь идет, двоих спрашивает, что вы видите? То же самое событие. Один смотрит землю, говорит, говна вижу, грязи, лужи, там все видит, все отвратительно. А второй смотрит небо, говорит, свежий воздух, райская погода, там природа. То же самое событие. Один час видит того, другой час видит того. То есть это Омар Хайям объясняет то, что надо в жизни принимать все прекрасного. Землю смотреть, всегда говна найдется, как у них. Допустим, им хватит сказать, а вы смотрите Африке, как они живут, да? Вот. То есть им это успокаивает. Вот смотрите, во время Марка Аврелия Конан проиграл 13-й гарнизон, да, там распал. И вот говорит, я вас разделяю, всем слышно меня, да, хорошо? Да, Слышно слышно. меня, да, хорошо? Да, слышно. И он Нет, у меня говорит, нет, у меня только армянские корни. И Марк Аврелий говорит, я вас разделяю две группы людей, все сенаторы, все богатые. Говорит, один часть похожий как муху. Если муху говорит от